так у нас ездят в пробках. Как только образуется пробка, крайний левый ряд сползает вот прямо на обочину, а средний ряд чуть-чуть двигается к правому, чтобы в случае необходимости еще подвинуться. А в случае необходимости, это когда машина скорая или полиция поедет, они не поедут по обочине по правой, они поедут между крайним правым и центральным рядом. Происходит это мгновенно.